Mr. Фил. Фил же был 4. То есть, знаете, мне идея. Трансляция. Куда он стримит, я не понимаю. Было Мерфилы, моя лига, потом еще Мерфилы не оплачивают. Да, еще Мерфилы не оплачивают. Чего, не Банько, а куда он стримит? Аккаунт сеттинг. Слушай, зайди на Twitch. Куда там стримить должен? В эфире, смотрите, на это. Отслеживаем номер, нажми просто. Ты моя... Блядь, куда он стримит, я не понимаю. Это надо так... Это надо так делать. Стримлапс. Блядь, какой стримлапс. Let's rock bar. Чё он пишет? Enable drag on top. Там сеттинг. Видео. Восемь дней назад, 9 дней. Это кто подписался в последний раз? Вот так, не знаю. Да, здесь ты ничего не понимаешь. На YouTube, говорит, стример. А на какой канал? На мой канал. Что за волбарбал будет? Это мы с Баряном так назвали. Стрим сеть. Почему он пник, если он не Никифоров? А? Почему он пник, если он не Никифоров? Ну, no, ник Никифоров. О, вот. Добро пожаловать в чат. Все идет стрим. Ты куда хочешь? Ко мне. Вот это ты. Пусть к нам зайдет кто-нибудь. Ты ебан? Нет, ну да, блядь, ты пизда там попал, я тебе скажу, с болельщиком вечно. Нет, ну он не говорил, типа, то есть я там проработал пару дней, отработал... Артёмка. Вот, и... А, опять... Хрёст, экран глючит. Потом проходит пару дней, он не глючит нормально? Потом, просто два раза мелькнул. А что, вот это вот? Нет, забей всё. У меня тоже есть, смотрите, называется короче, называется Long Island Mojito Super Whiskey Drive. Коротко, что там? Горит? Что? Вкусный-вкусный будет. Какой вкус нахуй невкусный? Бля, слышишь ты? Если я попробую, он говорит, что будет сейчас. Собрать. Ну, наверное, да, но там же есть, я не знаю, почему он так. Или мне уже кажется. Ну, не пугай, блядь. Алёна, сука, свалила на картридж. Прикинь, купил два новых картриджа, так же наработал, как всё это аналогично. Дал ей покурить полчаса. Всё, в пизду нахуй. Выкидывай, блядь. Сегодня тоже? Не, сегодня нет, я никому не дам нахуй. Я не знаю, почему тебе дал, но ты нормально просто куришь. Но она, блядь, за полчаса нахуй спалила. За ваше здоровье, нахуй. Плюсы в чат, кто с нами.
что не подносит. Да блядь. Очень хороший. А запись будет? Да. Я могу беседу в этот срок скинуть. Хочешь беседу в этот срок скинуть? Беседа. Heavy metal, чуваки. Сегодня готовим настойки мои. Петр настоял. Питер, Ломоносова, 16. Приезжайте, пацаны, сделаем вам охуенно. Называется... Называется... А как он? Злодейский бар. Злодейский бар, Женюхайс! Ебай, ребят, тут вообще, посмотрите. Джек Дэниелс, нахуй. Пруфы, блядь. И вот лимонад, супер виски колы. Drive invite in your организм, нахуй. Тут текила, ликер, ром, самбука. Самбука тоже ликер, но мне похуй. Короче, там еще виски. Че там? А еще. Ты охуел, блядь? 30 тысяч рублей стоит коктейль, нахуй. Если бы пролил. Короче, коктейль, и там еще коньяк, иди нахуй. Коньяк, иди нахуй, блядь. Коньяк, тут вообще золото. Коктейль новый у нас в позициях, в меню. Меню, короче, там если подсветить под определенным углом, определенным спектром излучения, там будет этот коктейль, стоит 30 тысяч рублей. Тут все нахуй. А еще и сусальное золото там тоже замешано. И трубочки, они из экологичного пластика. Мы за природу. Короче, никого не осуждаем, ни пидоров. Каково сейчас уже? Нигеры молодцы тоже. Пидоры тоже молодцы. Небинарные личности тоже молодцы. Бля, ну ноль зрителей, слышишь, Артём? Мне похуй. Давай, киньте мне ссылку. Бля, на этой камере лучше. Ты можешь у себя чат включить? На этой камере качество. Нас видно, Артём? Бля, ну я так не понимаю. У тебя пиздец экран там. Чё это? Там ещё видно, тебя не видно. Бля, ну давно у меня телефон, что поделать? Так вот норм, Артём? Охуенно. Бля. За 5, блядь, экрана нет у тебя. Так вот норм, Артём? Короче, они оставят. По мне часы говорят, подвигайтесь. Короче, надо подвигаться. Так вот норм? Что? Сейчас, погоди, погоди. Ой. Ой, случайно, смотрите. Вечером, да, на стрим. Ребят, заходите на стрим, мы новенькие. В интернет, площадка, YouTube. Мы. Знаете, PewDiePie однажды тоже начал. Хули мы не можем, блин. Как он говорил? Как PewDiePie приветствовал всегда? PewDiePie, с вами PewDiePie. Он такой. А, бро физ был. И, блядь, или это на прощание. Hello, my name is Ивангай. Бля, ребят. Че вы ебуете с этого ебаны? Чел, ты ужасен. Не продолжай эту хуйню. Бля, как хорошо, что тебя не видно. Тебя все не, видят. Меня попали. Все, тебя да, все. Все. Ты подальше, да, да, его. Так. А чё баба орёт? Так вот, да? Он баба орёт, бля, ебанутая, блядь. Сегодня. Привет, Ютуб. Я не голубой. Знаешь, Горина? А что это вы делаете на моей смене? Вы что, хотите работать? Я сейчас буду текилу всем разливать. Я сейчас буду ебало всем разливать. Это мы сидим. Привет, да? Спалился. Все, сейчас накроют нахуй. Вот он, видел? Ебать, короче, ебать Интерстеллар, пиздец. Мы и тут, и там, нахуй. Вашу маму и там, и тут, ебали, 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 ебут, нахуй. Ебали и ебут. Я не попил.
Ребята, приходите в Let's... На тоненького. В Let's Rock у нас, ну, обновка вот такая хуйня, везде видели. У нас тоже целись, мы ебать крутые. Телефон не отваливается. Алло, блядь. Ебать отваливается. Алло. Бля, братан, он отвалился. Так похуй вообще. У меня привидение мои пирожки жрет, блядь, как будет, ебаное. Жрет мои пирожки, привидение ебаное. Конченый, блядь, твою мать. Тихо, я... Сука, тартара переел. Я в ментовку звоню нахуй. Хуль привидение пирожки мои жрет, блядь. Я не рофлю, реально привидение. Какой Карлсон, ты ебанутый? Вот что будет, если больше 12 часов в баре находиться. Вы верите в привидение? А вы где? Там привидение ебанется. Как? Семёнов. А, туда. Как ты койот в нём рядом, прям, в соседней территории. Мои соболезнования. А я хотел туда сходить, но вы на выход работали. Что, койот ходил? А? Пиздец, ну что туда ходил? Бля, койот одно... Там всё понятно. Одно разочарование, бля. Не, выходил именно работу. Не, работать туда у меня это. У меня все нормально с самооценкой. Да, чего? Так бы гулял, ну, типа, маленько снимал. Почему нет? Да. У них же есть это. У них в крайне меню есть позиция, что гость может слезать с ляшек текилу, соль, блядь, типа до текилы. Вот буду ходить, нахуй, ляшки соли лазить. Да ебать, нахуй. Уебал, блядь. Нехуй, блядь, со своими тут смартфонами, блядь. Все, сидеть не рыпаться, нахуй. Интернет закончился. Все, у тебя минус по сиропу теперь. Фисташка. Увольняйся нахуй. Хуй не следишь за баром. Ай, блядь, это еще привидение, блядь. Давай вот так вот. Дай. Давай, ножички, блядь. Это хуйня. Хуя. Макруха, блядь, макруха. Там... Где стрим, нахуй? Вот. Он работает? Да. Ну-ка, сними. Сними. Потом придем, потом будем говорить, типа, что. Что, вот это? Да. За нож? Да. Кто говорить будет? Он там и видит так. Прикинь, короче, в Харацах камеры со звуком пишут. Да? Да. Там почти везде, блядь. Нормально сетевые заведения. Ну, у нас без звука. Как в сетевых заведениях, я тебе говорю. А камеры были какой там. То-та-то-та-то-та-то. Инвалид Димейтс. Инвалид, где мы? Я здесь. Фри-та-то-та-то-та-то. Все, готово. Кто будет фри-та-то? Хуя-то-ма-та-то. Мото-мото. Люблю больших. Ика. Ика на патах. Нахуй. На патах? Это же рыжие, которые. Ты подготовил смену, бар? Ты мне, да, блядь? Да, у меня все готово уже, блядь, еще час назад. А у тебя там, видел, стаканов чистых сколько стоит? Ебать, блядь, буду идти сейчас ради стаканов, нахуй. А, блядь. Блядь. Че за лох этот Джек Дэниелс? Прикинь, а если б ты вот виски от тебя был бы, Валера была бы Анус. Нормальный вискарь? Если б море было пивом. Ты знаешь какой-нибудь русский вискарь? Русский вискарь? Да. Недавно, кстати. Lit Energy? Недавно открылась впервые в России запатентованная в мире виски-курня. Кто? Виски-курня. Как винокурня, то это виски-курня. Я нихуя не понял. Ну и тупой ты, блядь, твою мать, дыра в башке. Фоновое приложение. Ты себе уже этой банданой мозг перетянул, блядь. Удачи. Давай, дядька, не болей, счастливо. Давай бандана, нахуй. Бандана, бандана.
Кизару, мои колеса крутятся 4 на 4, они все ненавидят, как я еду на машине. Ебать, мой хуй. Ну-ка, трюк, показывай последний раз. Блядь, ну нихуя. Понеслась. Кобыла, положите. Где мои яйца, нахуй? Фрита тут. А знаете, короче, трахать сук, пить мед. Копатыч типа поет. Слышал, я тебя включил? Блин, бро, ну ты кричишь. Чего я? Ну ты кричишь. Нет. Я устал. Сколько нам еще? Бля, 8. Бля. Можем домой поехать. Время срать, а мы не ели. Время есть, а мы не срали. А прикинь, американец как охуеет, вот время есть. Что, время для приема пищи или время имеется? Время есть, он ебанется. Да ёпта, это тупой пиндос нахуй, ёпта, я вот рот дырявил, блядь. Если это ты устроил поджог в Крокусе, я тебя найду и изрешечу нахуй. Не туда базарить, брат. Вон туда, брат. Птёлки. Ну видишь, у них зад красный, но вместе еще не зал. Да смотреть, блядь, ёбаный сырник нахуй. Сука, блядь. Ёбаный камера, телефон. Ну у нее еще лоб красный пищу. Может их. Заразил ее, блядь. Я молчу, блядь. Итак, дорогие посетители, у нас в баре есть тараканы, муравьи, крысы, мыши. Они везде ползают. У нас сам пин полностью хуйня. У нас нет лицензии на алкоголь, на продажу. У нас, короче, все тухлое, все в плесени. Но у нас зато атмосферно. То есть ты сидишь, у тебя под жопой, короче, грибы растут, гнойники. И ты такой встаешь, как прихлоп Билл Тернер, блядь, такой. Блядь. И, короче, а потом от тебя плешь такая ебучая остается. Но ты возвращаешься, потому что ты хочешь свою плешь. Приходите, почему Лена сюда выходит? Питер, Ломоносова, 16, курьерский бар, злодейский бар, Джуни Хайс. Мы ебало набить можем вам. Там еще наебали, прикиньте, там, короче. Знаешь, безлимит? Наручниками тебя прихуяривают, и ты пьешь что угодно. Если ты знаешь, за 1000. Отключили, бля. Бля, на самом деле, я бы реально сходил в этот бар ебучий. Прикинь, приходишь, он реально там, это, волосатый. А? Уебар закрыли же? Уебар? Я не уверен. А с хуя его закрыли? Что я слышал, закрыли? Бля, хуёво. Нормально тебе вообще пить? Я год назад... Кто там? На других? Опа, очки. Дарья, приветствую. Даша смотрит нас, прикинь. Здесь знаешь, как происходит? Даша, привет. Если кому-то есть... И что, видела ты этого Джонни Хайза? А ты знаешь, Джаз, что Даша, он ебанутый, он какой-то... Короче, там он какой-то ёбнутый, он еще один бар открыл, и там игровые приставки старинные. Почему так ярко? Кто сделал яркость такую, блядь? Кто? Оно, прикинь, оно все в реальном времени слышит. Ебать, она все типа, ну, видишь, я что-то говорю, и она, отзывается. Блядь, как они делают? Бля, а вы можете вот так вот, перевернуть руки в деточке? Ванек пишет. Вот так? Как нахуй? Максон. Ванек пишет. Ван Шейлер.
Все, понеслась, ебать народу. Ой, мы сейчас раскачаем, пиздец. Ютуб охуеет. Да еблять. Ебанько, блядь, какой-то нахуй. Что попить? У тебя есть напиток? Он занят, телефон стоит на нем. Давай вот так вот. Ты нет, там экран отвалится. У меня же телефон сломан. Сука, блядь, три бомжа сидят нахуй, как нахуй. Ой, Миша, Даша, наверное. Задонатите на экран. Бля, пиздец, ты там нахуй по аське, блядь, отвечаешь на гриндер. Ебай, у меня же нет канала. Да, да, да. В смысле, а... Ну, в смысле нереально, а как... Это стол реально был, я же сфоткал, показал. Мы не смогли бы никак это сделать, то есть... Ну мы же не будем по рофлу так типа кассу наебывать, но чтобы на висяки был два ляма, а реально был стол вообще ебанутый, целый ебанутый. Скажи, они вдруг нам не поверят? Скажи, стол на два ляма был, да? Да, бля, да. Говорю, я был в охуе сегодня. Ну кухня вообще была. На стриме Ваня пишет. Ваня, салам алейкум. Ха-ха, и восклицательный знак. Да, может просто. Я который зажигалку мне дал Ваня? Набили. Просто позиции понабили, понял? Бля, это не так работает. А чё? По 50 кусков нам дали. Я могу показать перевод на 50 тысяч рублей. Серьезно. Почему, блядь, чаевые называются чаевыми? Чё за хуйня? Неужели когда-то чел приходит в ресторан, типа, как... Мелочи оставляют, типа, на чай, то, что мелочи. Нет, ты не понял. Ну, лично я так считаю. Вот как это зародилось? Ты приходишь... Типа, посидеть после работы, чайку попить где-нибудь. Да. Почему чай, блядь? Почему не кофе? Кофеи. Кофеи, блядь. Кофеи. Кофейные. Ну, блядь, лимонад, виски. Ну, это какая-то... Как сказать? Могли бы по 200, ё-моё, 10%, дискриминация? Да? Чё? Дискриминация? По 200 тысяч чаевых. Первая мысль какая? Ну, если бы 100 тысяч, блядь, было бы круто. Мы бы... Чем мы... Ой. Я цивильная личность. А живу в урбанизированной стране. Все в порядке, все культурно. Тебя чат там. А. Чё, а нахуй мне чат? Гигачат? Чё такое гигачат? Ютуб. Где мне процент? А баригам, кстати, ничего не дали, только официантам чаевые. Бля, ну да ради справедливости я могу вам по пятерку, пятерику скинуть. Что, потому что вы реально хуячили на этот стол. Они там чё только нахуй не заказывали, это ебануться. Кстати, сегодня было три милкшейка, кому интересно. Было смешно. С кем ты разговариваешь, блядь, ты, сука, чат выключаешь? Я просто с ними. Там же запись, не в чате. Да, но ты не видишь, что они тебе отвечают в ответ. Хорошо. Это Валера человек. 4 года. Че, про что? 4 милкшейка. Так он сегодня работал же. А, блядь, что, настолько быстро все доходит? Да. Короче, реально, это я помню, я, короче... Задержка маленькая. Задержка? Беременная? Да, 16. Наташа двойня, прикинь. Чё, Наташа? У Наташи двойня. Какой? Теринина. Чё? Двойня у неё. Ну в пузике растет двойня. Ты реально тебе говорю. Ты конец. У Наташи двойня. Она же с больницы сегодня приходила. И чё? Да ну, все, бэбики. Ну, она подсадила себе бэбиков. Если чё, говно воняет, если можно. Хуя ты говно. Насрал, воняет. Нет. Да. Ты чё, охуел? Да фу, блядь, Артём. Ты чё, вон звук рака какает. Да, он примерно больше, чем Олег. Это Маша, брат. Взял, насрал, блядь. Да он пиздит, он домой едет. Вань, поезжай. А чё, а как, ты где был, нахуй? И шлюх ебал, да? Это Маша, брат, ты шкалец. Олег, нет, я насыпаюсь, блядь! Вот Даша здесь теперь пишет. Ой, Даша, привет. Скажи, мило.
мило. Теперь можно и подписаться. Я вам бил, братан, я А я залежусь. Ты что думаешь, мне слабо? Фу, у тебя рука говной воняет на кофе. Она в алкоголе. На велосипеде. Какой велосипед? Ебанутый? Может, самокат? Пригоняй к нам, заебал. У нас за пары. Ой, смотри, а что это там? Подкладочка, где мы присадили? Вот что это за хуйня? А, это типа со стримлапса, наверное. Вань, ты сломал YouTube, нахуй. Двускал, двускал. Чего, блядь? Двуколесным, наверное. Нет, блядь, четырех, ебать. Что, и группой какой-то, да? Не вышло. На его посмотришь, добрая душа, добрая душа. Мы поняли, что двухколесный, да. Давайте так, кто сейчас мне, скобочки милые, типа, офигау лицо. А ебать темно. Джек Дэниел. А где ты вообще в кадре? Что сейчас заебал? Ну вот сейчас сделаю. Так, да, вижу. Ну, тебя или... Ну, ну, так, если будешь сесть, заеби. Вы, блядь, как два пидораса сидите, блядь. Блядь, бабан. Валер, покажи прикол им свой вот этот. Покажи им. У нас чем сладенькое. Покажи им. На, сладенькое. Она не сладкая. Все, давай. Давай. Покажи. Ебать ты гений. Я сейчас, короче, от обиды. Покажи. Что покажи? Не знаю. А что показать? Ну, СПС покажи. Хуй покажи. А что, нас нормально слышно вообще? Ну, слышно, наверное, да? Слышно? Сделано. Ну, нас вот Даша только и Ваня смотрит. Никого нет, кроме нас и Артема. Два челика еще сидят. Артем, глаза не чеши. Катаракта будет. Я на СБС. Я на СБС. Скажи, я на СБС. Бля, а это интернет плохой. Ты плохой. Может, от своего попробовать? Кого сюда? Ну, просто от Wi-Fi сиди. Может, 4G, как думаешь? 4G нормально будет? Ой, гости. Артём, иди принимай. Да, без формы. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мы у вас выпьем якорь? Можно, можно, да. Давайте. Покажи офигел. Ты ебла? Офигел. Что? Что? Я сам показывал. Я показывал офигел. Когда? Блядь, Даш, скажи, что я показывал офигел. Меня показывают. Вот тут весь, тут веселые гости. Было очень скучно. Нет, я тут два. А не скажешь, где тут? Вот, пожалуйста. Спасибо. Видеосъемка запрещена. Ну Даша! Пропустили, блядь.
Ты моя. Давай споем. Чё, ты моя сосиска? А, пиписька? Ты моя малышка, ты моя сосиска. Мони-мо-мони-мо-мони-мо-мони. Кто такой Ахигава? Сейчас будет тест на пузера. Артемий! Ты на Смотрите тест. Кто такой Нигихаями Каукунуси? Чё-то знакомое. Из Миядзаки? Опять лагает. Да. Подсказка, да. Пробуем от интернета. Ебать, мне вроде подсказка. Хороший. Я угадал на 50%. 50. Дальше. Кто это? Из Унесенных Призрак. А кто это? Это дракон. Он не позер. Он реально шарит, короче. Пацаны, реально шарит. Янтарная речка, короче. Короче, Тихиро... В детстве Тихиро, она же Сэм, она в детстве плавала в этой янтарной речке, и она, короче, туфельку потеряла. А вот этот вот Нигихаями ёбаный Каукунуси, он, короче, ее подхватил, чтобы она сама не утонула, и ей туфельку эту отдал. Зовут его Хаку. И вот такая история любви, блядь, ребята. Прошло столько лет, а он вспомнил ее, прикиньте, она приходит, он говорит... Тихиро, уходи. Она говорит, откуда имя знаешь, что за хуйня? Он говорит, мне кажется, я откуда тебя знаю. И все, блядь, и мультик... А. Ну, ебать. Ну, я рассказываю серьезные вещи, блядь. Серьезные вещи, что за хуйня? А, блядь? Пошли, выйдем, поговорим. Пошли, поговорим. Че, блядь? Ну? Ты что, охуел? Ты рамсишь, блядь? А чё она угорает над нами, я не понял. Да, коэффициенты, Камчатка, блядь, расселись. Чё, охуел, блядь? Ты чё про Лизу сказал? Я ж дотянусь, сука. Жену не трогай мою больше, понял, блядь? Жену мою, блядь, не трогай любимую, нахуй. Всё. Понюхай, я блядь, видел тебя вчера своей женой, блядь, в постели. Нет. Вот так она тебе делала, что за хуйня? Не разрушай брак, брат. Брак не разрушай. Брак. Брак, брак. Брачный брак или бракованный брак? Даже страшно, у тебя жена есть. Хуёвый брак, брат. Да, но Артём её выебал. Жену мою выебал. И чё, ну а чё, лучше дружбы или ебалу набить? Как думаешь? Улез, я в лес. Артём выебал жену Артёма. Короче, ебалу набью, посадят в тюрьму. А не набью ебалу, то типа лох ебаный. Терпела, терпела. Вот. Короче, и он насмехается. Куда ты пойдёшь? Смену готовить. Какую нахуй? Смену подготовить. А, пишем плюсы в чат, если хотите, чтобы Валера не готовил смену. Давайте. Бля, если... людям в полвосьмого реально если делать Даша, нехуй или еще, блядь, там, блядь. Тут Даша только. Знаешь Дашу? Даш, нет. Короче, смотри, если ты сейчас напишешь плюс в чат, то Валера никуда нахуй не идет. Все, заебись. Иди нахуй. Спасибо! Ты готовь. Ты готовь сказать. Где донаты? Где донаты, блядь? Все, Артем пойдет. И сразу нахуй. Да, вот от тебя ебать не ожидал. Я без формы, блядь. Без формы. Я... Без формы. Сосок хотел показать. В смысле ты сказал, что есть... Ну, это не значит, что я готовлю. Это, ну, факты не... Как бы одно не следует за другим. То есть, если он не будет готовить, не значит, что я буду готовить. Да мне там чуть-чуть 5 минут надо. Мне просто всю посуду поднять надо и все. Даша написала, Тём, снизу поднимай футбол. Опа. Сказала, она что-то надо делать, да?
Это такой забавный. Скажу, осуждаю. Поддерживаю. Видел? Поделился. Все, я пойду. Даша плюс написала. Так значит, ты иди готовь. Никто не будет готовить. Мне Даш, мне Даша, напиши плюс, если вообще никто не будет нихуя делать. Потом ее винить в этом, да? Даша сказала, можно не делать. Даша... Сейчас пукну. Это потому, что ты клеветал на меня. Меня Наташа потом четвертует. Мы тебя склеим, сошьем и хуе мое. Склеим не в смысле, типа, годчик погуляем. А, ну, ты поняла. О, мы тоже приедем. Мы Алену домой повезем сейчас. Куда? Почему мы тоже куда поедем? Наташа с Дашей. Алену домой отвезем, а к Наташе с Дашей. Нет, у Наташи бейбики, два бейбика Кузи растут, блядь. Пиздобол. Эй, стримеры, блядь, ну-ка фото сделайте. Какое? Какое? Какое, вкусное. 4К ультра HD. Давай. Телефон, память нет. У тебя телефона нет? Или телефон сидит. Ну, похуй. 20%. Похуй. Мы сфотографировали глазами. Какие бейбики у Наташи? А Наташа тебе сама расскажет. Я, короче, там два бейбика. Она так написала, мило, не бейбики, а бейбики. Бейбики, бейби. Я думаю, Наташа назовет их Валера и Артем. Да бля, заебал. Все, иди нахуй. Все, я больше не буду. Эпично шлепнул Валеру. Я быстро заебал, еще приду через 5 минут нахуй. Мне посуду поднять надо. Я тебе выебу сейчас. Там есть так сюда. Тут? Там, во втором зале, да. Там зайдете и сразу они и горят, не горят. А вы к Wi-Fi подключите только. А то у нас интернет не очень. Куда идти? Вниз и налево. Бля, я хочу спать.
еще сегодня не домой ехать, а к родителям. Далеко? В Кузьминке. Что, это область? Сука, блядь. Нет, это территория редко внизу. Да я плохо пойму. Дай городу 15 минут. Мне так не хочется нахуй ехать на этом ёбаном метро. Хочешь, чтобы меня вот так вот... Я уснул, меня разбудили, и я опять работал. Ну, больше хуйня. Ты проснешься? Кузьминке трэш пишут. Кузьминке разъёб. Не надо тут. Не, в плане, что далеко. Москва это далеко. Прично лицематично. Кузьминки великий город. Ой, блядь. Ау. Район, ёпта. Чё, всё мытищ? Москва это прично лице великого города мытищ, да. Да, естественно, надо в мытищ как-нибудь съесть. Я не был. Да не, был, конечно. Кузьминки реально звучит как город. Так. Я столько раз просыпался пьяный в мытищах при загадочных обстоятельствах. Я мытища, подруг у меня. Пока. Так я вот, блядь, в Москве ну, бухал. Просыпался в мытищах. Что за хуйня вообще? Это электрон был, блядь. Это нормальная история. Это прямой, блядь. Я с Пушкина, но, бля, мытищах постоянно. А, Пушкина, который это в сторону этого Серпухова, что ли? Да, вот. На юго. Я спал. Ебать, ты здесь, нихуя себе, обновивший чёрт. Сергей Посад, Александр. Ну, короче. После мытища, короче, следующая, блядь, идёт кушать. Я ещё, блядь, не спавший нихуя, поэтому с ориентировкой на местности проблема. Кто один остался? Кто, блядь? Тут один человек остался, Даша ушла. Ну и заебись, всё, блядь. Не нахуй вопрос. Кто оставшийся? Может, тайный, это Ваня? Тайный подписчик. Может, это Ваня? Мне кажется, это Ваня. Ваши, блядь, беспросветные хуйни, блядь. Просто пиздец. Мы завтра уже будем получать золотую кнопку от Ютуба. Ну, хоть не шоколадную медаль, блядь. Шоколадная, прикольно, но не медаль. Понял? Братик, не высешь еще на себе? Какой я умеющий? Да, Честер в руки, типа, короче. Сука, блядь. Несите сюда Барсом, блядь. Блядь. Цена вопроса 170 рублей, типа. Остался один человек, но я не знаю, кто это. Да ты. Думаешь? А может, это Ваня? Нет, это ты. Что зови кого-нибудь? А у вас есть с собой зарядка? Да, какая вам зарядка нужна? Айфоновская. Ну, вообще, он умер, и мы не можем сейчас. Мы все на английском, и там ничего нельзя взять заряд. Хотя бы, чтобы мой включился, а потом я возьму. Можешь найти? Давай. Спасибо. Ну да, конечно, вообще бешеный, просто, блядь, альфа-сан.
воду с газом, еще одну порцию егермейстера. Огонь, батарея! Я уже больше 12 часов сплю. Морально тяжело. Эй, диджей! А можно наличка? Можно наличка. Я вообще-то уже не на работе. Давай, делай. У нас опять два человека. Я ему сказал, что здесь сейчас получится. Я понял, а это что? Вспышка справа, не спать! Блядь, это слева, или это на 12? 6-1 работает, блядь. Друг, мне кажется, он уснул на утишинении музыки. Помянем. Нет, не помянем. Да нет, помянем. Все, хватит стримить.